То, чего самая, можно сказать, паразависимая часть рязанцев ждала почти два года, свершилось. Банины Семена Середы снова в строю. На смену старому еще советскому комплексу пришли современные иностранцы. Итальянский котел, горелка, бойлеры. Существенно обновлены раздевалка, помывочная, парилка. Полностью установлена котельная. Заменены коммуникации. Отопление, водоснабжение, электрика. На сегодняшний день мы встречаем гостей с 7 утра до 22 вечера ежедневно. Пенсионерам действует система скидок. Также разрабатываем систему абонементов. Первые посетители в полном восторге. Говорят, париться стало по-настоящему приятно. Перерыв был достаточно большой. Приходилось перебиваться, ходить в другие бани. Порой не в черте города. Цена адекватная. Как бы, ну, меня лично устраивает и парилка, и цена, и как бы все. Общественная баня хорошая. Ходили как-то на Грибоедова давным-давно. Здесь чуть лучше, да. В другом крыле, женском, все тоже работает как часы. И главное, помимо, собственно, пара, здесь есть что предложить даже любителям массажа. Два профессионала уже ждут. В дополнение к хорошему пару у нас всегда мы рады предоставить услуги нашим гостям, как мужчинам, так и женщинам, услуги массажа. Услуги парильщика, спа-процедуры. Массаж у нас есть медицинский, оздоровительный, антицеллюлитный, ног, шеи, головы. То есть очень много разных вариантов. И, конечно же, у нас всегда работает кафе, где мы очень рады видеть всегда всех наших гостей. И там можно приятно провести время и вкусно покушать. Цена билета даже после ремонта изменилась не сильно – 450 рублей. Но теперь это 3 часа, а не 2. Все шкафчики на электронных ключах-браслетах, пенсионерам скидки, ярым фанатам пара – абонементы. Их введут с середины марта.